То, что вы увидите, произошло в реальной жизни. Мы изменили только имена и фамилии. В тот день Тамара была невероятно счастлива. Виталий сделал ей предложение. Виталий Пирогов, 23 года, кондитер. Тамара Голованова, 18 лет, учится в кулинарном техникуме. Она решила познакомить Виталия с самым близким ей человеком. Тамара волновалась, потому что не знала, как брат воспримет ее решение выйти замуж. Вань, это Виталий. Здорово. Иван. Виталий. Извини, я доем. А то давай с нами. Ольга готовила. Иван Голованов, 30 лет, дальнобойщик, брат Тамары. А, действительно, Том. Ольга Ивлева, 28 лет, врач-кардиолог, гражданская жена Ивана. Садитесь. А вообще это мысль. Виталик, она классно готовит. Давай по тарелочке. Я за. Виталий, а вы кем работаете? Я мастер-кондитер. Ну, булочки, там, пироги, торты. Я, в общем, в кондитерской работаю, тут, на набережной. Ну, наверное, знаете. Тамара там практику проходила, ну, там с ней познакомились. Вы смеяться будете. У меня даже в училище было прозвище «Пирог», но у меня фамилия Пирогов. Вообще, тут мамина фамилия. Про пироги вам лучше с ней поговорить. Вот она печет как бог. Значит, у вас дома мама пироги печет? Ты это к чему? А вы давно встречаетесь? Полгода и уже 10 дней. Мы решили пожениться. Правда, Виталий? Да, и я прошу руки вашей сестры. Подожди. Ты что, беременная? Что за вопрос? Да нет, Иван, я просто люблю вашу сестру, и как бы поэтому хочу на ней жениться. Она еще маленькая. Мне уже 18, я взрослая. Прости, старик. Приходи через пару лет. Тогда и поговорим. Что значит через пару лет? Ты достал вмешиваться в мои дела, папочка. Я все сказал. Ты вечно лезешь и все портишь. Папа никогда бы так со мной не поступил. Виталий, пошли. Разговор был закончен на повышенных тонах. Тамара больше не могла терпеть вмешательство брата в свою жизнь. Помогите мне найти общий язык с братом. В моей жизни впервые появился молодой человек, которого я действительно люблю. Ему чем-то не понравился ваш молодой человек? Галина Тимошенко, психолог. Он просто сказал, что я не выйду за него замуж, и все. Тамара рассказала психологу о ночном разговоре с братом. Значит, я понимаю, на этот раз все серьезно? Да, да, да. Скажи, чем тебе он так не понравился? Была глубокая ночь, но в доме никто не спал. Тамара пришла поговорить с братом. А что же ты? Тамара не могла добиться от Ивана объяснений, чем ему так не понравился Виталий. Ты встань на мое место. Что я должен был ему сказать? Я согласен. Можешь спать с моей сестрой. Все сводилось к тому, что Иван упорно настаивал на том, что Виталий не пара Тамаре, и что его профессия – кондитер, несерьезная и не мужская. Если он к тебе приблизится, я его порву, как Бобби грелку. Ты меня знаешь. Я своих слов на ветер не бросаю. Господи, да когда ты оставишь меня в покое? Я так больше не могу. Что ты все лезешь в мою жизнь? Я тебя предупредил. А почему ваш брат может вам что-то запрещать? По-моему, на это, ну, в крайнем случае, есть родители. 6 лет назад они погибли. Мы с Ванькой остались вдвоем. Тамара, скажите, вы сами зарабатываете себе на жизнь? Или вас содержит брат? Пока нет.
То есть, реально вы сейчас от него зависите. Тогда, мне кажется, у вас есть только два варианта. Один, если вы хотите сохранить добрые отношения с братом, вам придется смириться пока с его запретом и попытаться потихоньку выяснить, а почему он, собственно говоря, так противится. И второй. Прямо сейчас выходите замуж за Виталия. Ну, вам 18, вы имеете право. Сразу же переезжаете от брата к Виталию. Естественно, отказываетесь от любой денежной помощи братам. Скорее всего, тогда ваши хорошие отношения с братом прекратятся, но, правда, на какое-то время. Я подумаю. Тамара решила последовать совету психолога и попытаться наладить отношения с братом. Я перевелась на вечерний. Не хочу сидеть у вас на шее. Работать пойду. Деньги ведь нужны. Что скажешь, Вань? Я не против. А где ты будешь работать? В том кафе, где я практику проходила. Виталик уже договорился. А ты другого места не нашла? Чем там-то плохо? Из-за Виталика? Что ты на него взъелся? Ваня, я тебя тоже не понимаю. Отстаньте от меня. Я больше не хочу говорить на эту тему. А ты наш разговор помни. Знаешь, я все могу проверить. А ты сейчас проверь. Ну, проверь. Надо будет и проверю. Но на следующий день случилось непредвиденное. Виталий пришел, чтобы пригласить Тамару в кино. Тома! Тома, открой скорее! Там, по-моему, Виталий внизу. Иван к нему пошел. Том! Он его убьет. Пойдем скорее. Ну, может, не стоит. Может, еще и не убьет. Может, обойдется. Оль, что ты говоришь? Мне кажется, им нужно поговорить по-мужски. Может, и найдут общий язык. Вопреки опасениям Тамары, драки между Иваном и Виталием не произошло. Было видно, что Иван что-то настойчиво пытался объяснить Виталию. Что ты ему сказал? Нормально все. Я имею право знать, Ваня! Нормально поговорили. Он парень с головой все понял сразу. Но пока вы с ним встречаться не будете. Что? Тихо. Ты ему угрожал, как всегда. Я ненавижу тебя! Ну и зачем все это? Тебе приятно видеть ее слезы? Страдания укрепляют душу. На следующий день, вопреки запретам брата, Тамара и Виталий договорились о встрече. Ну где же ты был? Я так рада тебя видеть. Не злись на Ваньку. Он дурак. Он ничего не понимает. Да ладно, я не злюсь. Вот и здорово. Куда пойдем? Слушай, он прав. Нам действительно пока нужно повременить с отношениями. Но почему? Ну, давай рассудим объективно. Ну, ты еще учишься. Ну, а семейная жизнь, ты знаешь, что такое? Ну, тебе это мешать будет, и потом я не так много зарабатываю, чтобы тебя обеспечить. Виталий, ну мне же много не надо. Да, но ведь мне нужно себя прокормить и маму обеспечить. Эти глупости тебе Ваня наговорил? Так, он прав. Пока рано. А когда не рано? Ты что, отказываешься от меня? Да нет же, глупенько, ты не так все поняла. Я все поняла. Ты его испугался. Ты не смог бороться за меня. Тамара. Я не хочу с тобой разговаривать. Том! Тамара не хотела идти домой, туда, где пытались погубить ее любовь. Она была поражена вероломством брата и предательством Виталия. Тамара не хотела верить, что Виталий испугался угроз Ивана, но другого объяснения произошедшему она не находила. С
студентка кулинарного техникума Тамара наконец-то встретила настоящую любовь. Ее возлюбленный Виталий сделал ей предложение. Тамара решила познакомить его с братом Иваном. Но его реакция оказалась неожиданной. Не вдаваясь ни в какие объяснения, брат запретил Тамаре видеться с Виталием и угрозами вынудил молодого человека отказаться от встреч с девушкой. В отчаянии Тамара обратилась за помощью к психологу. Все рушится. Теперь Виталий не хочет продолжать со мной отношения. И как он это объясняет? Иван убедил его в том, что мы должны подождать женитьбой. И вообще, лучше отложить наши отношения. И Виталий сразу послушался. Да я сама ничего не понимаю. Вы пробовали как-то с братом поговорить, выяснить, что, собственно говоря, он сказал такого Виталия? Мы почти не разговариваем. Я пыталась добиться, почему Виталий так ему не нравится. Он толком ничего не отвечает. Говорит, что я должна ему верить. Ну, это не разговор двух взрослых людей. Вы же имеете право знать, на каком основании, собственно говоря, ваш брат пытается за вас решать. И что мне делать теперь? Ну, в любом случае, Тамара, пока вы не разговариваете, вам ведь и не удастся ничего выяснить. Поэтому для начала все равно придется пытаться наладить отношения. Тамара твердо решила, на этот раз она во что бы то ни стало узнает правду, которую пытался скрыть от нее Иван. Я пришла, чтобы помириться. Я рад. Но я хочу от тебя добиться правды. Почему ты не любишь Виталия? А он разве тебе не сказал? Мне кажется, финансовые трудности можно преодолеть. Мы сейчас с Иваном говорили на эту тему. Вы молодые, вам нужно жить отдельно. Квартиру купить мы сейчас не в состоянии. А снимать... Значит, тянуться из последних сил. Или пирогами отдавать. Ваня, прекрати. А представь, Томочка, если, не дай бог, ребенок. Мы сможем жить и у Виталия. Я тебя без присмотра не оставлю. Тогда мы будем жить у меня в комнате. Ну, я же говорю, надо немного подождать. Сколько можно ждать? Думаю, пару лет. Я поняла. Вот я дура. Вы ребенка ждете? Да. Мы ждем ребенка. Вот оно что. Эгоист несчастный, слышал бы тебя папа! Тома, мы говорим о другом. А ты вообще молчи! Вечно ему поддакиваешь! Значит, ребеночка родить решили. Уже, наверное, придумали, куда меня отсюда сплавить. Тома, прекрати, пожалуйста. Мы с Виталием тебя очень любим. Вы любите только себя и деньги. Подавитесь своей квартирой! Откровенный разговор с братом и Ольгой расставил все по своим местам. Тамара решила уйти из дома навсегда. Тома, ты куда? Ну что, давай иди к нему, доложи обстановку. Он закует меня в наручники и посадит на хлеб и воду. Ты, наверное, что-то неправильно поняла. Он же так тебя любит. Когда любят, так и не поступают. Я хочу, чтобы вы помирились. Посмотрим. И не волнуйся так, я еду к бабушке. Алло, Виталь, не спишь? Я сейчас приеду к тебе. Я сама. Не волнуйся. Жди меня. Уходя из дома, Тамара почувствовала, что пропасть непонимания между ней и братом увеличилась. Мосты были сожжены, и она никогда не вернется назад. Он только о себе думает. Я-то думала, что он действительно обо мне заботится. Ведь он всегда так любил меня. Не могу поверить, что он оказался таким эгоистом.
Оставайся мне насколько захочешь. Завтра остальные вещи заберешь и приезжай навсегда. Думаю, мама будет не против, ты нравишься. У нас Тамара. Мне кажется, я слышала ее голос. Елена Дмитриевна Пирогова, 45 лет, мать Виталия, юрист. Да. Мама из дома сбежала. Ну, в общем, она будет жить вместе с нами. Ты так решил? Ну да. Мам, ну я ведь люблю ее. И мы поженимся скоро. Ну вот через некоторое время. Ты же знаешь, я возражать не буду. Только не теряй голову. Пока вроде на месте. Это Витальке 5 лет. Это он у бабушки. Елена Дмитриевна не стала возражать против переезда Тамары в их дом. Она тепло, по-матерински приняла Тамару. Окружила ее вниманием и заботой. А это он в детском саду, зайчик. Вот. А это кто? Это? Ну, это Виталик, это моя мама. А это кто? Ну, это отец Виталика. Я и назвала его в его честь. Но, к сожалению, он трагически погиб. Елена Дмитриевна продолжала говорить, но Тамара не слушала ее. Она узнала мужчину на фотографии. Тамара могла ожидать всего, что угодно, но только не этого. Тамар, ты куда? Как звали твоего отца? Виталик. И моего тоже так звали. Ты не знал? Откуда же я могу знать? Ты ведь ничего не говорила. Я видела фотографию в твоем альбоме. Твоя мама сказала, что это твой отец. А по какому-то стечению обстоятельств это и мой отец тоже. Понимаешь? Мы с тобой брат и сестра. Мы с тобой никогда не сможем быть вместе. Тамара вернулась домой. Слишком поздно она узнала эту жестокую правду. Том, что случилось? Ты знала, что Виталий мой брат? Нет. А где Ваня? В рейсе. Сказал, что заедет к бабушке. Оль, почему он мне ничего раньше не сказал? Ты с чего ты взяла, что он твой брат? Тамара и Виталий решили пожениться. Но неожиданным и непреодолимым препятствием на пути к их счастью стал самый близкий человек Тамары – ее брат Иван. Но даже угрожая Виталию расправой, Ивану не удалось разлучить влюбленных. Тамара ушла из дома к Виталию. Но неожиданно Тамара узнает, что у нее и Виталия один отец. А значит, Виталий – ее родной брат, и они никогда не смогут быть вместе. Именно эту страшную правду скрывал от нее брат Иван. Мой любимый Виталик – мой собственный брат. Я не знаю, что мне делать. Я не смогу без него. Да. Ну, правда, братьев ведь тоже любят. Я его не так люблю. Я люблю его по-настоящему. А так мне нельзя его любить. Может, мне на самом деле уехать к бабушке ото всех подальше? Да что это решит? Вы знаете, Тамар, может быть, вы удивитесь, но ведь браки между братом и сестрой не такая уж редкость. Проблемы возникнут только, если вы надумаете рожать ребенка. Я хочу ребенка от Виталика. Не спешите, Тамар. Ситуация стоит того, чтобы обдумать ее со всех сторон и спокойно.
Тамара пыталась найти выход из этой ситуации. Но она не могла забыть Виталия. Тамара не знала, как ей жить дальше. Ты уже дома? Вань, извини. Как бабушка? Нормально. Дров я наколол. А что у тебя с лицом? Да это я на обратном пути заезжал другого родственника навестить. Что ты с ним сделал? А парень оказался молодец. Наша порода. Почему ты мне раньше ничего не сказал? Мне самому было неприятно знать, что у нашего отца Роман на стороне. Еще и ребенок. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, в комнату. Нам нужно все вместе поговорить. Мы же вроде недавно говорили. Я пришла, чтобы сообщить вам правду, которую вы, возможно, не знаете. И что нового вы нам расскажете? Я была на 9-м месяце беременности. Меня оставил мой молодой человек. Приход Елены Дмитриевны и Виталия в дом Тамары удивил всех. Но еще более удивительным было то, что история об отце Ивана и Тамары имела неожиданное продолжение. Мне стало плохо. Надо было срочно ехать в больницу. Я вышла на улицу голосовать, и ваш отец согласился меня подвезти. Только мы отъехали, у меня начались схватки. Я родила Виталика прямо у него в машине. Подождите, так вы до этого не были знакомы? Конечно, нет. Он просто не оставил меня на улице. Он проявил большое благородство. Но мама говорила, что отец изменяет с вами? Никогда. Ни единого раза мы не были близки с вашим отцом. Он чувствовал какую-то ответственность за Виталика. Он называл его крестником, хотя никогда не крестил. И даже когда я вышла из роддома, он не оставил нас и всячески нам помогал. Мы первое время нуждались, и он всегда приходил на помощь. Он даже дал Виталику свое отчество. Я понимала вашу маму, но это было его желание. Так значит, Виталий мне не брат? Конечно, нет. Выходит, я кругом виноват. Милый, спасибо вам большое. Ваня, я вас понимаю. Вы очень хороший брат и даже, наверное, в чем-то отец. Но вы видите, что все тучи когда-нибудь рассеются. И засияет солнце! Как я по тебе соскучилась. Да, пирожки. Вся наша история основана на неистребимом, к сожалению, стремлении человека делать выводы на основе неполной информации. Можно ли, например, носить воду в решете? Вы скажете, конечно, нет. И ошибетесь. Вы сделали свой неправильный вывод, потому что знаете, что обычно воду в решете носить нельзя, но не знаете, что дно этого сита закрыто тонкой прозрачной пленкой. Как известно, все не таково, каким кажется на первый взгляд. Так и решение Ивана ни в коем случае не допустить свадьбы своей сестры с Виталием было основано на неполной, да еще и искаженной информации. В свое время мама Ивана и Тамары почему-то решила, что если ее муж уделяет столько внимания посторонней женщине, то это возможно только потому, что он любовник этой женщины, и ребенок у нее тоже, конечно же, от него. Ее дети тоже очень спешили делать выводы. В итоге все мучились.